Всем привет, меня зовут Мария, и сейчас хочу вам рассказать о итогах розыгрыша, который проводился в телеграм-канале у Любаши, канал на ютюбе «Любовные крестики». И я выступала там спонсором и определила для себя трех вышивальщиц, которым отправлю в подарок вот такие вот конверты. Вот. Мне понравились просто сюжеты у них. Я выбирала их самостоятельно на свой взгляд. Вот. Здесь получается комплект. Вот такой чехол для пялец. И вот такой вот конвертик. Значит, конверт будет под нурги номер 2 и 19,5 сантиметров круглые. Сейчас же еще покажу, что чехол на эти нурги замечательно то есть одевается. Вот такой вот готовый вариант. Также смотрите, вот в эти конверты он точно так же умещается. Вот, замечательно входит. Также вы можете подписаться на мой канал, на ссылку на группу ВКонтакте, потому что в дальнейшем, в очень скором времени, там будет проходить розыгрыш для... То есть я буду разыгрывать ролл для хранения вышивки. Условия, соответственно, расскажу более... Условия расскажу позднее немного. Вот. В следующих видео своих. А сейчас мы с вами приступим к упаковке этих конвертов. Могу показать конвертики поближе. Также шью такие конверты на заказ. Ссылку на Авито и на соцсети мои могу оставить ВКонтакте. Поэтому, если кому нравятся такие конверты, пожалуйста, обращайтесь, заказывайте. Цена будет договорная. Вот. А также... Да, как я сказала, буду разыгрывать ролл для вышивки, хранения вышивки. И в дальнейшем там точно так же будут проходить и другие розыгрыши. То есть и также конверты эти будут разыгрываться. Поэтому подписывайтесь на канал мой, во-первых, на YouTube. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте и на Дзен. Ссылки оставлю в описании. А сейчас мы приступим с вами к упаковке конвертов. Вот таким вот образом я запаковала подарки для девочек. Вот теперь я пойду сейчас на почту и отправлю их. А вы, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также ждите розыгрыша ВКонтакте. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Пока-пока.